Сегодня больше миллиарда жителей планеты еще раз встретили Новый год. Теперь уже по лунному календарю. Еще его называют китайским Новым годом, потому что празднование распространилось по Азии, а уже в дальнейшем и по миру, именно из Поднебесной. Настоящий ритуал по-китайски. Утром на ярмарке покупают сувениры и дарят их всем вокруг. Разорительно, конечно, но денег жалеть нельзя. Именно китайцам принадлежит поговорка «Как встретишь Новый год, так его и проведешь». Обязательный атрибут праздника – богатый стол и двухнедельные гуляния с костюмированными плясками и маскарадными уличными шествиями.